Сегодня к нам на обзор попала очередная новинка от компании iNull. Модели Nova 10 Hero. Комплект поставки. iNull Nova 10 Hero поставляется в белой картонной коробке, плюс отдельная упаковка, в которой расположено зарядное устройство. На лицевой части коробки нанесен логотип компании, красивое изображение планшета, модель. С обратной стороны указаны основные спецификации устройства. Открыв коробку, сразу видим планшетный компьютер. Его мы отложим в сторону, уделим время позже. С помощью удобного отверстия для изъятия достанем отсек, похожий на конверт. В нем разместили следующие. Наушники, ATG кабель, руководство пользователя, гарантийный талон производителя, кабель для подключения к ПК. Комплектацию увидели, время переходить к самому устройству. Нестандартных решений оформления лицевой части планшета мы не увидели. Сенсорный экран, вокруг него черная рамка и фронтальная камера, немножко смещенная влево. Материал лицевой панели – стекло. Задняя часть модели выполнена из металла. Благодаря этому устройство приятно держать в руке и она не скользит. Вокруг металлической крышки расположена тоненькая рамка. Материал рамки – пластик. По центру расположена камера. Ниже нее разместили два стереодинамика. Уровень звука хороший. Все интерфейсы расположены на левом торце планшета. Разъем зарядного устройства. Отверстие микрофона. Слот для карты памяти microSD. Порты mini-HDMI, microUSB. Разъем мини-джек 3,5 мм для наушников. Сверху установлены органы управления. Кнопка включения. Качели регулировки громкости. Домой. Качество сборки хорошее. Все детали плотно подогнаны друг к другу. Края устройства имеют скругленную форму. За счет этого Hero очень тонкий на вид, на самом деле толщина составляет 11,5 мм. Для объективного понятия габарита устройства возьмем 7-дюймовый планшет. Как вы видите, габариты iNull Hero типичны для 10-дюймового планшета. Одной рукой юзать планшет не очень удобно, комфортнее будет использовать двумя руками. Собственно, 10-дюймовые планшеты рассчитаны на использование двумя руками. Что важно в планшетном компьютере? Конечно, его дисплей. С него и начнем. iNull Hero оснащен 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 800 пикселей. Тип матрицы IPS. Качество передачи картинки на высшем уровне. Подсветка дисплея равномерная по всему периметру. За светом по углам нет. Широкий диапазон регулировки яркости. Датчика освещенности нет, соответственно автоматической подстройки яркости не будет. У дисплея хорошие углы обзора. Меняя угол, искажения картинки нет. Мультитач поддерживает до 10 точек касания одновременно. По работе чувствительный и плавный. Лично мое мнение, в данной ценовой категории iNull Nova 10 Hero использует лучший дисплей среди конкурентов. Быструю работу планшета обеспечивают связки работающая операционная система Google Android 4.1 Jelly Bean с производительным железом, а это двухъядерный процессор AMLogic 8626MX с тактовой частотой процессора 1.5 ГГц, графический процессор Mali 400MP, оперативная память 1 ГБ DDR3, пользователю доступно 880 МБ, внутренней памяти 16 ГБ, из них доступно 13. Плюс возможность расширения памяти microSD карты до 32 ГБ. Результаты тестирования в синтетических тестах Benchmark не назовешь супермощными, скажем, золотая середина. Перейдем к осмотру камеры. iNull Hero имеет в своем распоряжении две камеры. Фронтальная 0,3 мегапикселя, отлично подойдет для видеозвонков. Задняя камера 2 мегапикселя, посредственного качества, подойдет для снимков текста, но ожидать качественных фотографий не стоит. Что касается развлечения мультимедиа, в планшете предустановлено приложение Play Market. Вы запросто сможете выбрать приложение на любой вкус, как платный, так и бесплатный. Для примера установим приложение EXUA. Откроем его, теперь у нас есть возможность смотреть фильмы, сериалы, шоу онлайн. Помимо видео онлайн, iNull Hero поддерживает большое количество форматов видео с новыми аппаратными декодерами. Благодаря формату дисплея 16:9 смотреть Full HD видео удобно, нет обрезанных по краям черных полос. IPS матрица с HD разрешением даст возможность комфортно читать электронные книги. Что касается веб-серфинга, повторять характеристики дисплея не буду. Вкратце, серфинг в интернете на 10-дюймовом дисплее приносит одно удовольствие. Графический процессор Mali 400MP популярный, совместим с большинством игр, с легкостью сможете играть в новинки. Автономность работы порадовала. Емкость аккумуляторной батареи 8000 мАч. При максимальной нагрузке устройство продержится 5-7 часов.
При более умеренном использовании, к примеру, час-полтора в день, батарея продержит без зарядки не менее 3 дней. Время полной зарядки составляет 3 часа. Подведем итог. Планшетный компьютер Ainul Nova 10 Hero оставил положительные эмоции. К ним можно отнести IPS-дисплей, хороший дизайн, производительная платформа, новая операционная система, автономность работы и многое другое. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Богдан, до скорых встреч!